Всем привет, меня зовут Люба, и сегодня мы с вами будем получать наш новый оранжевый вертолетик. Это скин с премьеры. В прошлой серии мы получили этот красный самолетик. Наша задача добить 12 500, чтобы получить оранжевый вертолетик с красным пламенем сзади. Тут также будет появляться этот босс, который будет охотиться за королем. И мы начинаем, да. Так, к сожалению, мы король. Знаете, ребят, я тут подумала, то, что другие игроки, если это не король, они не видят этого босса и никак не могут мне помочь. Получается, только на короля это работает. Да, конечно. Это не очень обрадовало. Так, ладно, у нас уже 1000, это хорошо. Так, идем дальше. Ну, я думаю, мы с вами обязательно справимся. О, боже, сейчас появится этот адский босс. О, боже. Ловим бессмертие. Отлично. Уже скоро будет, да, 2000. О, Dark Wind. Темный ветер, вот и он. Так, аккуратно. Главное, чтобы бессмертие не закончилось тогда, когда у меня будет неловкая ситуация. Так, отлично. Убили его, и сейчас съедаем это все. Эй, малявка, иди. Ого! Да, здесь, конечно, много этих штучек. Так. Вот классно, вы когда, вот видите, это самолет на бессмертии, как будто бы он таким ярким пламенем горит сзади у него. Такое иногда бывает. Да, мне кажется, из этой коллекции самолетов вертолет самый красивый. Ну, а прикиньте, когда мы будем выигрывать этот скин на Dark Wind, это черный, он тоже будет гнаться за нами или вообще он не будет нас трогать, было бы круто. Ладно, давайте продолжать. Так. Ползем, ползем. И скоро появится второй босс. Жаль-то, что он, ну, не может стать супер огроменным, допустим, его голова, допустим, бы была на половину карты. Было бы очень круто, и это бы было очень люто. Так. Эй, бессмертие, нет, нет. Ладно, давайте. У нас уже 3705. Ну, уже скоро будет больше. Пока мы с вами на первом месте. Да, мы король. И сейчас мы окружим этого попугу. Тем временем попугай. О, боже, что мне делать? Так, мы его развалили с помощью бессмертия. И скоро появится этот Dark Wind, этот сумасшедший самолет. О боже, ребят, он уже такой гигантский, а мы вот с вами у нас хотя 4000 с чем-то, и мы, ну, так сказать, ну даже по длине, ну мы, ну, тонкие, а по длине мы большие, а вот так мы типа тонкие, худые, это... О боже мой, посмотрите, какой он гигантский. У него 1, 2, 3, 4, 5 жизней пока что. Но думаю, скоро будет 6 жизней, как и в прошлом ролике. И знаете, вот эта игра мне напоминает что-то. Я не помню что, но интересно, с каких это пор самолет это червяк? Ладно. Так, продолжаем. Так, съедаем, эй, малявка. Так, о, отлично. Сейчас этого подрезали, супер. Посъедаем, собираем, собираем, собираем. О, бессмертие сюда. Е, бессмертие взяли. Так. Опа. Оп-оп, подрезали. Рейнбот. Давно его не видела. Так, уже у нас 6000, ну и скоро, думаю, будет 12 500 наши. Так, собираем дальше. Опа, опа, Америка, Европа.
Так, собачка сюда, отлично. Опа. О, бессмертие, отлично, блин, это бессмертие, оно такое яркое прямо, что даже не знаю. Так, а его не видно там. Так, собираем. Так, ой-ой, как мы ступили, ладно, возродимся. О боже, мы, конечно, ступили, не знаю. Ну ничего страшного, что мы возродились. Этот котик тоже, так сказать, сдох. Так, ловим бессмертие. Ого, много бессмертий. Опа. Подобрали. Оп-оп-оп-оп-оп. Я тебя не забуду. Опа, собираем. А, блин, я на секунду подумала. О, посмотрите, какой у этого червя было красивое бессмертие. Вот. Там некоторые шарики были не с бессмертием, а некоторые с... Это очень красиво выглядело. Ну ладно, он уже умер. Подбираем. Здесь еще много еды, так сказать, шариков. Амонгус на бессмертие. Он как будто бы проглотил какую-то лампочку. Так, ладно. У нас уже 8, точнее уже 9000. Мы король. Ну и мы заметно покрупнели, да-да. Так, вот сейчас появится этот Dark Wind босс. И мы опять будем убегать от него. Боже, тот самый... это SR-75. Не знаю, что это значит, но у него уже 6 жизней. И посмотрите, какой он большой. И круг какой гигантский. Да что? Ребята, вы помните, я же была на бессмертии, и оно так быстро закончилось. Вот я думала, все нормально, а бессмертие закончилось. Как это произошло, блин? Что за чертовщина? Капец. Ладно, ничего страшного. Думаю, мы справимся. У нас уже 11 тысяч. И скоро вертолетик будет наш. Совсем скоро. Уху. Так. Собираем эти точечки. Нам они очень важны для вертолетика. Ну, так. Думаю, задание с красным самолетиком было бы легче. Ну, было бы, точнее, оно и так было легче, потому что надо было сыграть игру, а можно было исчерить еще и остальные, последние две игры, просто врезаться в какого-нибудь червя, чтобы сыграть. Так, и что ж, сейчас и половина сейчас будет... Да, вертолетик наш, ребята, мы получили наш вертолетик. Acer Mary какой-то, класс. Ну, ладно, давайте еще немного поиграем, на всякий случай. Так, ребята, посмотрите, какой гигантский круг. Оп, оп. Так, аккуратно. Опа. Сейчас мы получим наш вертолетик. Только постараемся добить этого босса. Так. Аккуратно. Опа, опа, опа. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ай. Ладно, мы развалились, ничего страшного. Итак, сейчас барабанная дробь. И вы звоните, когда потерялись в море. Конечно, воздушный морской спасатель. Ну что ж, ребят, на этом все. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал и всем пока!